Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитаананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарунодаям Гопияно Самаюктам Бриндаванам Манохарам Банча калпатару вашчаки басинди бевача патитананг пабуне бхавишнаве бьо наму нама мукан кароти вача ланг пангунг ланг хетгирим ятке патам ханганде парама ананду мадвам биндавуй тусиде бойпиявуй кешвасача Шна бхакти паде деви сатта баттвай наму нама Нараяна намаскритта наранчайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мадире Санкиртане кишна катхо падеше Гаурия патрашо пракаса неча Садануракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагодарана Дейям Сада Парибхавагна Вавиштадухам Тетас Падам Сивавиринчанатам Сараньям Витатихам Панутапалла Бхавадипутан Банде Махапурушати Чарна Равиндам Ят Пада Паллава Накачанда Мани Чатая Вишварджи Такамапика Бабаду Свадерши Пурна Нурагра Сасагра Сара Мурти Сарати Камай Када Кипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламбита бхужау канака бадату, Шанкиртанай кавитару камала ятакша, Вишамбару дижавару йогадхарма пало, Банде ягат приякару, Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Пады Панкаджам Сура Суруир Вандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табану Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапарам Варанаси Пурапати Бхаджавишванатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джашача Бхакшаши Ясьястиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Рам.
Hare. Nivitamarun manokya diraja gojuja hidiyat munaya upasate tadarayo pijaju smarana sriya urugenda bhoga bhuja danda vishakta diya bhayam pite sama samadhi sangri saroja susa Nivitamarun manokya diraja gojuja hidiyat Munaya upasate tadarayo pijayo smarana Siya urugenda bhoga bhuja dunda vishakta diya Bhayam apite sama samadhi sangri saroja sudha Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that to serve those Mathur Biraha Brajavasi. Вроде Гуштипати Шишила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что служить, что служить тем Мадхур Вираха Браджаваси это наша единственная цель. Поскольку это наша наивысшая цель. Если мы сможем служить Мадхуру Вираха Враджаваси, то тогда качество Мадхуру Вираха Враджаваси может прийти в наше сердце. На самом деле, если я служу кому-то, чему-то, естественно, качество этого человека придет в нас. Такого правила. Если я служу какому-то вору, то мы сами станем вором. Если вы служите Мадхуру Вираха Враджаваси, то автоматически их баба может войти в ваше сердце, и мы будем одарены их чувством и достигнем высшей цели нашей жизни. И вот вопрос в том, почему Мадхуру Вираха Враджаваси, почему мы так говорим? Поскольку Бхагаван Шри Кришна изначально из Вриндавана, его имя Вриндавана Чандра, почему Шрила Прабхупад говорит Мадхур Вираха Враджаваси, какова причина? Мы должны помнить, что Шрила Прабхупад Наян Мани Манджари, я имею в виду вечные Севика Радхарани. И вот Бхава в Радхарани в Гупе, естественно, Шрила Прабхупад, он тоже имеет такую Бхаву. Поскольку Шрила Прабхупад думает, что я служанка Радхарани, наверное, Мани Манджари, естественно, эта концепция приходит из Випраламба Бхава. Випраламба Бхава, она дает нам такое чувство, что Кришна, Нанданандан Кришна, Вриндавана Чанта. Но когда Кришна Кришна, когда был забан из Вриндавана Мадхуру, то в этом случае но гопи, они выражали свое это настроение гопи, они говорят, что мы не образованы, мы простые доярки, живем во Вриндаване, мы не образованы, ты сейчас уехал в Мадхуру, там
ты можешь получать служение от образованных женщин. И сейчас ты Матхуранат. Ты наш Прананатх, мы знаем, но сейчас ты там, в Матхуре, можешь получать больше великолепного служения. И это одно из чувствительных очень вещей. Гупи говорят, когда Мадхавинда Парипад выразил это настроение, тогда наша Гурварга в комментариях пишет, что это комментарий Радхарани. А Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад пишет в комментарии, что это настроение Радхарани. И как это возможно, что Мадхавинда Парипад выразил это? Изначально это настроение Радхарани. И вот это настроение Радхарани. И когда Кришна был взят в Матхуру, уехал в Матхуру, то очень тяжелое чувство было там. Любое количество философии, языка не способно выразить все это. Гопи, они и во всех бесконечных мирах, где знание, образование, откуда оно все исходит из Радхарани в конечном виде, прямо или косвенно. И гопи Радхарани, они выражают такое смирение, что мы не образованы. Те более образованы, они могут служить тебе лучше, но это не так. Радхарани, все знание, от Радхарани все знание исходит. Я имею в виду, мы говорим Вишнуприя Деви, это изначально Сарасвати, но Вишнуприя Деви тоже исходит из Радхарани. Радхарани – это изначальный источник знания. И это, и вот можешь вспомнить в Гопи Гите. И вот там можно найти гопи, говорят, внешне выглядит, что гопи, у них нет татва сиддханта, но это не так. Все гопи, у них есть полный татва сиддханта. Но это такая лила, когда они говорят, гопи нет знания, что Кришна – это Верховный Господь. Если кто-то спросит о гопи, то гопи не знают, что Кришна – это Верховный Господь. У них нет этого знания. И если нет этого знания, то почему, как гопи выражают такое чувство? Мы знаем наверняка, что ты не сын, но что ты пребываешь в сердце каждого, как сверхдуша. Ты находишься внутри сердца всех, как параматма. И вот если они говорят таким образом, то как кто-то говорит, что у них нет знания о татва-вигьяне, но очень важно то, что хотя у них есть это татва сиддханта, но их любовь,
их чувство, оно более важно. Мадхурья Бхава подавляет Айшварья Бхава. Все лилы везде, где бы вы ни находили, что Кришна убивает Путану, но Кришна не убивает. Это Вишну. Вишну это делает, и вот вся Мадхурья Бхава, она настолько превалирует, что все остальное подавляется. Знание есть, но оно подобно тому, как его нет. Поскольку если бы они знали, что Кришна — это Верховный Господь, то Мадхурья не смогла бы оставаться. И поэтому это все подавляется Мадхурья Бхавой. И мы знаем то, что гопи, Бхагаван Си Кришна говорит Удаве, то, что служение данное совершенное гопи, оно великолепное, это служение никогда никто не может совершить его. И поэтому Кришна говорит, то, что они предлагают все мне. Даже свое тело, также ум, тело, интеллект, все, что им принадлежит, у них ничего нет. И полное служение, что значит, по их примеру, это гопи. Все в Раджаваси как-то служат Кришне. Кришна, он чувствует удовлетворение, это хорошо, но гопи, их служение, оно полное. Бхагаван Си Кришна не знает, как отплатить им. В Раджаваси они совершают такое служение, что Кришна не знает, как отплатить им. И снаружи в Раджадама те, кто служит Кришна, может им как-то отплатить в соответствии с их заслугами. Но только внутри Вриндавана это невозможно. Кришна чувствует, что он был в долгу перед ними. Jama avayano durjano griho singhala sangrishya tadva pratyayatu sadhana. Krishna speaking, you can get satisfied by your own highness, own seva. What I can give to you? Кришна говорит, будьте довольны своим величием, своим служением. Если я захочу отплатить вам, это будет оскорбительно. Something, if I like to say to my mother, как если мы скажем мама своей матери, что хотим отплатить ей за все, что она сделала для нас, поскольку мы родились из ее чрева, мы выращены были, выкормлены ей, пили ее грудное молоко, и сейчас, если скажем, что мы хотим отплатить ей, возьми деньги, это оскорбительно в каком-то смысле, даже в этом материальном мире. Мы не можем отплатить матери, но мы можем, если мы сможем занять ее в Кришна Баджане и дать ей дар, как Капила Муни. Он родился из чрева Девахути внешне, но так или иначе. Капил Муни дал это знание Бхагавататвы ей, это наивысший дар. Но вопрос возникает, почему
Мы думаем, что Кришна всегда любит красивых женщин. Это неправильная концепция, возникающая в умах людей. Может, Кришна любит прекрасных женщин? Но это не так. Люди думают, что Кришна хочет наслаждаться с ними, но нет, гопи, они нельзя их называть красивыми женщинами, они сварупшакти. Обычные люди не могут понять, они говорят какую-то ерунду. Они не знают, что эти гопи их сварупшакти. Сварупшакти значит, говорится, что когда Кришна он является либо сам собой, поскольку шакти матур обьет, мы забываем об этой истине, поскольку материальные представления жизни в нас превалируют. Иногда мы слышим сиддханту, но забываем и вспоминаем ложные превратные убеждения. Мы забываем, как вот в Брахма Самхите говорится. И вот шакти, шакти матур обьет, значит Бхагаван и его шакти не отличны друг от друга. Соответствует сачинтя беда беда татва. И вот Кришна, он играл, являлся лилу сам собой. Расалиле говорится, Шукадева Госвами говорит. О царь, как ребенок, стоящий перед зеркалом, не знает, что такое зеркало. Еще когда в Госвами говорит, как Пратибимба, и вот он, как, ну, как мальчик стоит перед, ребенок стоит перед зеркалом и играет с ним, и также Кришна. Гуранга Махапрабху. И вот нет вопроса, то, что Кришна любит женщин или еще что-то, это неправильное представление. Почему мы все гауди хотим следовать Рупе Госвами, под Рупа Мачари? Знаете ли вы причину? Даже Санатан Гасай говорит, кто гуру Рупа Госвами пада, говорит, когда я смогу следовать Рупе Госвами пада. Рагнадас Гасай говорит, все они хотят стать рупаногами, поскольку очень прекрасная, прекрасная рупа, рупа Госвамипада. Настолько прекрасная форма, красота рупа Госвамипада. Имею в виду рупа Манджари, то, что Кришна, он привлекается ей, хочет обнять ее. И вот, если мы думаем как-то неправильно, мы должны слышать это, то, что Кришна, он не заинтересован в материальных мужчинах и женщинах, поскольку это материальная концепция. Если наша духовная душа, имеется в виду душа, если наша вышла из тела, и душа из тела какой-то женщины вышла, то разница не будет незаметна. Вот Веданте говорится, что атма не может быть сравнена с чем-то материальным.
Атма — это Чинмай Васту, и в этом материальном мире никто, в этом материальном мире нет такого объекта, с которым мы можем сравнить Атму. Атма — это Атма, она не сравнима, бесподобна. Но все же вблизи Веданта Сутри говорится Гунат Алаквад. Количественно это подобно свету. Атма — это нельзя сказать, что свет, но нечто подобное свету. Вот если две души, они с мужчиной, муж и жена, например, одновременно оставили тело, то увидя эти две души, сложно сказать, кто есть кто. Поскольку это невозможно. Ятма И вот эта телесная концепция, она неприменима к душе. Какой возраст у души? Какой возраст? Душа, она вечна. И вот таким образом наша концепция неправильная. Но Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, атма, она подобна свету, частицы света. И мы можем сравнить Бхагавана Шри Кришну. В Гите он говорит, и вот если взять волос и кончик волоса разделить на 100 частей, и каждую из этих частей тоже разделить опять на 100 частей, то тогда получится примерный размер души. Ну, как определить ну, точный размер? В Веданте говорится, вот такой косвенный пример приводится. Но из Бхагаватам также мы знаем. Не только из Веданте говорится Гуна Алаквад. И вот говорится, когда Шишупал был убит, в этом случае те, кто они смотрели, все полубоги, риши, муни, они смотрели, что увидели, как из тела Шишупала душа вышла, как лампа, ну, это не лампа, лампада, светильник, такой небольшой фитилек, и она двигалась в сторону лотосных стоп Кришны и вошла в эти лотосные стопы Кришны. И все видели, что это подобно лампе. Лампе, в смысле лампаде. И что значит эта душа Шишупала вошла в лотосные стопы Кришны, это зовется Бхагават Брахма Саюджа, когда душа слилась с безличным сиянием Брахмана, и когда это зовется Сакшат Виграха Саюджа. И это Саюджа Мукти. И так или иначе, Сева Гопи, она считается наилучшим служением, поскольку
гопи, они служат полностью всем, что у них есть, Кришне, не оставляя ничего себе. В Южной Индии есть превратное представление о гопи. Они говорят, что это не авторитетно, нелегально, незаконно, нехорошо, плохо служить Кришне полным всем телом. И вот люди такие южноиндийские думают, что верхней частью тела могут служить Кришне, а нижней нет. Но относительно Кришна сева это не применяется. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, Нирджангам Опи. Даже если мы чувствуем стыд какой-то, это тоже, как Вастрахаран Лила, не должна быть обсуждаться, но под руководством Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура я вынужден говорить о ней, чтобы открыть мистерию этого, чтобы люди не понимали это превратно. Это очень прекрасная лила, и вот служение гопи, но великолепно, и поэтому Кришна не может отплатить им за их служение. И мы, гауди, если мы хотим получить наивысшее благо в нашем баджане, то тогда мы должны следовать гопи. Если мы хотим обрести наивысшее благо нашего Гауди Баджана, то тогда, несомненно, мы должны следовать пути Рупа Госвами Пада. И тогда в какой-то день мы разовьем это Сева Сварупа. Очень прекрасную Сева Сварупу, и Кришна привлечется нами. Шрила Прабхупада говорил то же самое, когда все читания матхи утром после арати какие-то преданные попросили Шрилу Прабхупаду сделать двери мандира пошире, чтобы божество было видно со всех сторон, ну, пошире, по крайней мере. И Шрила Прабхупад сказал, что мы не можем видеть Бхагавана, когда Бхагаван является объектом нашего наслаждения, то Бхагаван становится объектом нашего наслаждения, и мы не можем видеть Бхагавана. Но лучше, если мы будем совершать служение ему таким образом, чтобы Бхагаван захотел увидеть нас, чтобы он пришел и обнял нас, и это сева-сварупа мы можем развить в форме. И вот, например, мы любим Сакхи-расу и можем обрести такую сева-сварупу, или кто-то любит родительскую расу, как Нанда Баба. Это. И вот, если вы хотите следовать Нанди и Шоди, то можно следовать и получим их чувства. И вот вы, в нашей садане, все, что мы развиваем, то мы это все приходит, становится явью. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, внешний атма мы не можем видеть, но Бхактивинода Тхакура Зарадхарма пишет, что наша душа очень мала. Но Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, и вот, если мы обретем эту прекрасную сварупу, если сварупа она определена, если наша сварупа неизменна, но не совсем определена, то она буквально прорастет, подобно тому, как семечко,
оно может вырасти большим деревом такие. Мы, имея сварупу, когда сварупа полностью разовьется и вырастет, то она станет подлинной сварупой. Не обязательно это у всех одинаково, оно разное. И вот если под руководством Рупа Госвами Пады мы разовьем эту сварупу, эту прекрасную сварупу, то Бхагаван почувствует влечение к нам. Не только это, также мы чувствуем влечение к Кришне. Кришна — это единственный прекрасный объект во всем этом мире. Это так, но Шрила Прабхупада говорит, когда этот объект нашего поклонения, объект нашей привязанности там, но когда этот объект нашего влечения, чувствует влечение, но Шрила Прабхупада хотел сказать, и весь мир чувствует, например, должен чувствовать. И вот весь мир, он, по идее, должен чувствовать влечение Кришне, но Кришна чувствует влечение к Радхарани. Радхарани привлекает Кришну. И также в определении бхакти мы знаем, что Кришна Акрашани. Бхакти может привлечь Кришну, Кришна может почувствовать влечение к бхакти. И вот, и к тому, кто имеет это прекрасное бхакти. И вот вчера я говорил, Бхагаван Шри Кришна говорил Удаве, когда я поехал в Матхуру, какое чувство было там, мы не можем объяснить. И вот, мои анурокта читта, бигаро бхавено, номе биого, тибра адхайо, аньям дадрисю сухайо. Their condition was so painful. И вот их состояние было очень плачевно. После того, как я поехал в Матхуру, сунна итам джагата сарвам говинда вирахена. Сунна итам джагат сарвам говинда вирахенами. Сунна итам джагат сарвам говинда вирахенами. И вот с помощью чувства разлуки, это вопрос чувства. И вот на самом деле все. Махапрабху, он хотел сказать Шикшаштаке. Шикшаштака написано было давно, перед тем, как принять саньясу. И вот он говорит, смотрите, это Шикшаштака. Но когда Махапрабху принял саньясу, и последние 12 лет Махапрабху хотел показать нам, какое правило, правильное применение. Махапрабху хотел показать нам эту шикшаштаку в практической форме. И вот это не шутки. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, как подобно тому. И вот подобно тому, как камни плавятся, так и в виде настроения Шри Чайтаньи Махапрабху, эти камни, они плавились. И такого чувства, такое, такое
плачущее чувство. Оно невозможно. Никогда в истории Баджана никто не видел такого яркого чувства. И Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать нам, что те концепции, которые у нас есть, они неправильные. И поэтому Бхагаван Шри Кришна в форме Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он взял чувство Радхарани и хотел показать нам ее великолепное чувство. У нас есть неправильное представление, и таким образом, вот каким нужным образом мы должны совершать баджаны. После этого немножко прояснилось, поскольку у нас сегодня такое корыстное настроение, но объяснение полное, и нет в нем недостатка. Если кто-то следует настроению Шри Чайтанья Махапрабху, то это полное. Можно получить все из него. И Бхагаван Шри Кришна говорит, что таким образом, когда ситуация была очень болезненна, и практически это было. All cows and, you know, any creature, birds and beasts, all they started crying, this kind of feeling. И вот, и даже все животные и прочие творения, они плакали, чувствуя это чувство. И вот Бхагаван Шри Кришна объясняет Удаве то, что в этом материальном мире, если вы чувствуете какую-то боль, и кто-то может попытаться утешить вас, так или иначе, кто может утешить кого-то. Удав был послан, чтобы утешить гопи, но это была хитрость со стороны Кришны. Удав, он отправлен был к Бхагавану. Бхагаван взял Удаву за руку и как и сказал: «О, Удав, что делать? Иди и утеши их». Состояние отца, матери, Ваджаваси, этих гопи, оно очень плачевно. И вот таким образом Удав был отправлен в Враджадаму. Чтобы утешить их, но на самом деле настроение Кришны было в том, что он любит Удаву настолько, что вы не можете подумать, что Удав, он не отличен от Кришны, нет, он подобен Кришне. Кришна говорит, что он, ну, в общем, какая-то очень похож на Кришну. Бхагаван Шри Кришна даже. И вот он говорит, что Кришна похож на Удава, или Удав похож на Кришну до такой степени, что нет никакой разницы между ними. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: «Хорошо, я люблю Удава очень сильно, но Удав, у него нет идеи насчет любви к Ваджаваси. Удав — это я люблю Кришну». Но это недостаток в Удаве. Он нетерпим для меня.
Я люблю Удави, я хочу дать ему нечто полное и целое, но Удави вот не хватает этого. Как пока ну, в общем, в Удави не хватало чего-то, может, с точки зрения Ватсали расы все было идеально, и он был полный, но не копия, но не отлично от Кришны. И все читание, читамрити говорится, что те, кто в Ватсали расе, Саки расе, кто-то имеет какую-то другую расу, но если кто-то находится на нейтральном уровне, кто-то с нейтральной точки зрения, они могут просто понять положение Мадхури расы, особенно Паракия Бхавы, что Паракия Бхава — это наилучшее, но не может быть сравнено ни с чем. И вот таким образом, все говорят, что их раса великолепна, да, это так. Но если смотреть с нейтральной точки зрения, с беспристрастно, то можно обнаружить, что Паракия Мадхураса, она наивысшая. Нет ничего, чтобы сравнилось с ней. И Бхагаван Си Кришна думает, я люблю Удаву так сильно, но я не могу забыть вот этот его нехватку. Того Удаве не хватает представления о том, что такая любовь вообще возможна в этом мире. И вот Удав. И вот поэтому я лучше отправлю Удаву в Враджадаму, и вот чтобы не... И вот он знает, что пытаться утешить Гопи или еще это смешно. Как их утешить? Это смешно просто. И также Нанда Баба сказал Удаве. О, Удав, я думал, ты очень разумен. Нанда Баба говорит Удаве. Но сейчас я смотрю, ты глуп. Ты пытаешься меня утешить, что что Кришна — Верховный Господь. И вот пока я думал, что я теряю Кришну, но сейчас вы хотите дать мне двойные трудности, поскольку я понимаю, что я потеряла не только своего сына, но и Бхагавана. От этого я думала, что потеряла только сына, и мне не было так плохо. Но сейчас ты мне говоришь, что я потеряла еще и Бхагавана, Верховного Господа, и ты глуп. Что же это за утешение такое? И Удав постепенно понял. И вот очень вскоре он понял. Что мое утешение, попытки их утешить, это смешно. И вот туда, когда пытался утешить Гопи, через какое-то время Удав был удивлен, что я делаю как глупец. У них есть Махабхава, у них огромная любовь к Кришне, я пытаюсь утешить их, это невозможно. И поэтому
В итоге Удав Махарадж, он сказал: такие слова. Различные пураны, в них говорится. Я пыталась обрести пыль с лотосных стоп гопи долгое время. И вот Брахма говорит также в 10-й песне. Во Вриндаване я хочу, говорит, что я хочу стать травинкой во Вриндаване, чтобы получать пыль с лотосных стоп гопи. Но все же я не был способен обрести это. И мы думаем, что это какая-то философия. Но это не так. И вот Бхагаван говорит Удаве: о Удав, и вот ты сейчас помнишь, и вот когда была Расалила, то продолжительность этой Расалилы была одну ночь Брахмы. Мы не можем посчитать. И очень сложно представить, но это Брахма, эта ночь Брахмы была, Расалила продолжалась так же, как и продолжается ночь Брахмы. Но гопи, они чувствовали, что она прошла буквально за секунду. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: когда я шел, о Удав, когда я шел пасти коров, в этом случае гопи, они считали время, каждую минуту, секунду. Это подобно Брахма, это и вот когда этот Кришна идет спасти коров, то и вот мы чувствуем боль, поскольку мы слишком едины с тобой. Мы боимся, что ты идешь по какой-то колючей дороге. И вот их сердце, оно находится в полной гармонии с сердцем Кришны. И поэтому все чувства Кришны, ну, в смысле болезненные чувства, они заставляют чувствовать боль сердца гопи. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: когда я был во Вриндаване, то они жили со мной во Вриндаване. Это Расалила, продолжительность Расалилы, она прошла как секунда, хотя Расалила продолжалась так же, как долго, как продолжается ночь Брахмы. И сегодня, и когда сегодня я вдали от Вриндавана,
вдали от них, в Матхуре, то каждую часть секунды они представляют, что это длится настолько долго, насколько долго длится ночь Брамы. И вот они в разлуке с Кришной испытывают такие чувства. И вот они хотели оставить все ради меня. Даже они не думали. О том, что о них плохо подумают. Они пришли ко мне, чтобы любить меня, служить мне. Все люди могут осудить их, что-то плохое сказать. Это очень просто, поскольку они идут встретиться с Кришной. С Кришной, внешней Кришна, герой какой-то. Хотя в дискуссии с Шукадевой Госвами и Парикшит Махараджу. Махараджу мы очень благодарны Парикшит Махараджу, поскольку Парикшит Махарадж, он задал вопрос Шукадеве Госвами, и поэтому сейчас мы получили такое решение. Иначе кто бы мог понять это, никто не мог бы понять. Это был великолепный ответ, данный Шукадевой Госвами. О царь, будь осторожен. То, что все мужья гопи, и внутри сердца гопи, и внутри сердца, внутри сердец гопи, кто там? Кто там? Кришна. Кто еще, кроме Кришны? Кришна, свет душа, пребывает в каждом сердце каждого. Мы должны понять, осознать это, то, что у гопи. Внутри сердца каждого бесконечных жив, даже амеба. И вот Кришна везде присутствует, где нет. И вот когда Кришна принимает форму, Нитья-сварупа Кришны, форма Кришны, кто-то превратно понимает, что Кришна хочет наслаждаться с женами чужих мужей. Это нехорошо. Вот люди так думают. И Кришна, люди думают, что Кришна совершил ошибку. И даже уверены в этом, что делают, что Кришна делает что-то неправильное, нехорошее. И Бхагаван Шри Кришна говорит, кто явится в этом мире, чтобы защитить дхарму и избавить нас от адхармы, если он сам не совершает адхарму. Бхагаван Шука Парикшит Махарадж говорит, чтобы основать, утвердить дхарму и уничтожить адхарму, он приходит, если он сам совершает адхарму, что это? И вот здесь говорится, чтобы утвердить дхарму и избавить и уничтожить адхарму, он пришел для этого, но если сам занимается адхармой, что это? Парикшит Махарадж спрашивает, что Шукадев Госвами один за одним опровергает все эти
подозрения, говорит, нет, Дамамулам Хи Вишну. Кришна — это суть, корень всей дхармы и адхармы. Мы не можем говорить таким образом, это невозможно. И вот Бхагаван Си Кришна говорит то, что они даже не думают о социальном статусе. Если мы находимся в обществе, и особенно вокруг, ну, где общество людей, можете ли вы делать какие-то скверные вещи, поскольку люди будут вас критиковать, что не преданные, а занимаются всем. Все будут критиковать вас, и тогда вы не сможете ничего сделать, но для Кришна Бхаджана гопи никогда не думают об этом. И всегда есть любая возможность, что ну, кто-то отругает или выгонит из общества, или еще что-то сделает. Но этот страх не было в сердце гопи. Они никогда не думали, что мы оставим своего сына, своих сыновей, детей, мужей, дома. Они были готовы оставить все социальные эти ограничения, правила и предписания общества. Но гопи никогда не думают. Для Кришна Бхаджана Шрила Прабхупада говорит нам, ради Кришна Бхаджана мы готовы отказаться от всякого этики и всего остального. Мы готовы отказаться от почета, уважения, всех других уважаемых качеств в обществе. Мы готовы отказаться от них ради Кришна Бхаджана. Я знаю, многим сложно, будучи в таком состоянии, это понять. Вечность, идеализм, качество и все остальное, социальные обязательства, мы не готовы оставить их все подобно мусору. Шрила Прабхупад говорит, что есть такой великолепный и вот Бхагаван Си Кришна говорит, что есть такое великолепное влечение к Кришна Бхаджану, что Кришна Бхаджану мы должны готовы избавиться от морали, этих морали, чего там, обязанностей и всего остального. Если мы в Кришна Бхаджане, Шрила Прабхупада говорит, если мы в Кришна Бхаджане, то очень такое огромное влечение, что ради этого Кришна Сева, ради этой Кришна Севы мы готовы оставить все уважаемые качества в обществе, отказаться от них подобно мусору, как от мусора, и игнорируя все социальные нормы и прочее, уж люди что-то плохо подумают о нас, но мы не думаем об этом. This kind of excellent enjoyment
И вот такое наслаждение, такая ананда, такое блаженство, оно в Кришна-севе, оно непостижимо. И в тот день, когда вы поймете по милости Гуранги Нитинанда, поскольку мы знаем, что по милости Нитинанды мы так или иначе обретем что-то существенное, если Нитинанда, милость Нитинанды, милость Радхарани, сначала мы должны обрести милость Гуру и Вайшнавов, и тогда мы поймем, что такое милость Нитинанды, а потом мы осознаем, что такое милость Гуранги. Кто-то думает, что можно сразу стать гопи, но это неправильно. Это не так просто. Действительно, по постепенный путь. И вот Кришна Бхагаватам говорит такими словами здесь Прабхудананда Сарасвати. И вот в соответствии с вашими с вашим чувством к лотосным стопам Нитинанды вы поймете, поскольку иначе почему народ там так говорит. И что здесь говорится, то же самое значение, когда Нарутам Таку Рупануга Гурвага говорит нам так, когда мы обретем милость Нитинанды Прабху. И когда наша привязанность ко всему материальному пройдет, и когда мой ум может стать очень чистым, оставив все материальное, и тогда и только тогда я могу посмотреть на Вриндаван, взглянуть на настоящий Вриндаван. И вот сначала нужно обрести милость Нитинанды, и тогда вся материя оставит нас, и потом можем осознать милость Гуранги, по его милости. Дальше, почему кто-то спрашивает, почему в Гауди Матхи везде Гура Виграха и Рада Говинда, или Рада Гопинат, почему? В каждом храме так. Ответ в том, что наш Рада Говинда Баджан, он под руководством Гуранги, хотя мы знаем, что Гуранга и Рада Говинда не отличны, мы знаем об этом. Но все же наш Гаудия Баджан, он под руководством Гуранги. Мы не можем перепрыгнуть через него, и поэтому Прабхудананда Сарасвати подпишет. Бхагаватам говорится, и вот и Прабхудананда Сарасвати пишет. Мы не можем понять Радхарани, подобно тому, как Нитинанда сказал Нарутам Такур, точнее, что по милости Нитинанды мы можем оставить все материальное. Оно уйдет из нашего сердца, ум очистится, и после этого мы обретем силу
видеть, что такое Вриндаван. И вот в этом случае, чтобы понять чувство Радхарани, и Прабхупада Сарасвати говорит, в соответствии с нашей привязанностью к лотосным стопам Гуранги, постепенно мы можем понять, осознать, чем больше вы развиваете привязанность, тем больше вы почувствуете что-то о Вриндаване, не перед этим. И вот, после этого мы в итоге поймем красоту лотосных стоп Радхарани, как Радхарани служит, иначе все какие-то превратные концепции могут осквернить наш ум и сбросить нас с пути. И вот сейчас Бхагаван говорит о Удав. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что Удав, он подобно различным рекам, все они текут из различных источников, они встречаются с океаном. Ганга, Ямуна, Сарасвати, Кавери, Кришна. И вот наша наивысшая цель достичь лотосных стоп Кришны. И вот когда Удав, у них есть различные эти отождествления, но когда они встречаются с океаном, старики они как бы отдельные, но когда они вливаются в океан, то они все становятся океанами и теряют свое название там и все остальное, остальные особенности. Всех внешняя форма, качество, название, оно все сливается с океаном. Их отдельного существования уже не остается. И вот и таким же образом все гопи, когда они подобно как горные реки, например, они очень стремительны. Если какое-то препятствие, они сносят его, либо пытаются снести. И сложно остановить такой сильный поток воды. И также все гопи, они без игнорируют любые препятствия в их жизни. И в итоге достигают моих лотосных стоп, чтобы служить мне. Как реки, впадающие в океан, они теряют свое отдельное существование. И вот Бхагаван Шри Кришна дает нам пример. Мы должны понять, осознать этот пример, почему Бхагаван Шри Кришна говорит именно так. Встреча гопи с Кришной не может When in samadhi,
Вот пример с Риши Муни приводится, когда кто-то сконцентрирован на одном объекте. Вначале всего объект, на котором вы хотите сконцентрироваться, у вас есть четкое представление об этом, и потом непрерывно. И все сливается с Брахмой. И вот также гопи, когда они приходят, они встречаются со мной, но здесь очень важно то, что мы не можем сравнить, хотя Бхагаван Шри Кришна, Бхагаван говорит, приводит такой пример, поскольку гопика, они медитируют, не как гопи, их естественная медитация. Их естественная медитация, те муни риши, они то, что делают, мы не можем сравнить их, поскольку как они чувствуют вкус, когда они встречаются с Кришной, поскольку любовь, она должна быть взаимной, если мы готовы принять любовь и одарить любовь того, кто любит нас, то это гармонично. И поэтому все гопи, те, кто хотят встретиться со мной, это выглядит, что внешне они забывают все, но внешне выглядит, что в этом большая разница. Поскольку гопи, они встречаются с Чидгананандой. Это одно из имен Кришны Чидгананда Ганашьям. Чидгананда значит чувство наслаждения, радости, настолько оно сконцентрировано, настолько ярко, и вот гопи получает результат. Вот это Чидгананды Кришна. Кришна на олицетворение Ананды. Анандам Брахма. Действительно так. Расо Эвахи Аям. Гопи могут понять, и эти риши муни, они обретают Брахмананду, у них нет надежды получить какое-то служение там. Что они могут там делать? Он Брахма безличный. Как ему можно служить? Нет никакой концепции служения. И вот там нет никакой Чидгананды. И внешний Бхагаван приводит пример. Но мы не глупы, чтобы понять или превратно понять. Бхагаван, он в общем говорит, как те риши муни, они теряются в этом безличном Брахме, но когда, где это Чидгананда, когда Кришна сам присутствует, танцует и где же этот Чидбрама? Если вот если безличный Брахма, то нет никакой возможности служения ему. И поэтому внешне это выглядит, что Кришна вот приводит такой пример, но здесь бесконечная разница, поскольку гопи они обретают Чидгананду и муни нирвану.
может, внешне похожи, но по сути огромная разница, колоссальная. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, то, что Как в Гите мы можем видеть, что Кришна, он говорит Арджуне на поле боя Курукшетра, что вся Гита, она на этой основе. Но если мы подумаем очень внимательно, очень с трезвой головой, мы поймем, что, несомненно, Арджуна, он необусловленная душа. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, Арджуна, он юктатма, вечный спутник. Но Арджуна, он находится на таком уровне, от имени всех обусловленных душ, он представляет их. И вот Арджун задает вопросы, и Бхагаван Шри Кришна отвечает, иначе нет. Мы не можем получить Гиту. И вот Бхагаван Шри Кришна, он Арджун помещает на такой уровень, чтобы Бхагаван Шри Кришна мог ответить им. И такого настроения. Но можно вспомнить, что какова причина, по которой я говорю об этом с самого начала. Сначала постепенно мы подходим. Можно найти нечто чудесное. Шаг за шагом Бхагаван Шри Кришна открывает мистерию не сразу. Бхагаван может говорить сразу о последней 18 главе, но не говорит, а делает все постепенно. Бхагаван Шри Кришна не говорит о высшем заключении. С самого начала первый Шайна Даршан, вся стратегия солдат, их по положению, их позиции и остальное. Второе, Бхагаван Шри Кришна постепенно говорит, что вы думаете таким образом, это так, отманите все это. И тогда постепенно, и шаг за шагом, мы видим, что Бхагаван говорит Арджуне о карме, гьяне, дьяне. И в итоге раджгуха-йога, и потом бхакти-йога, и потом и вот Арджун был в замешательстве. И вот Арджун был в замешательстве. Арджун говорит, сейчас ты сказал это, сейчас говоришь обратное, и потом еще же говоришь что-то, как? Я не понимаю, это замешательство для меня. И вот Кришна, Арджуна говорит, ты даешь так много наставления, делай то, то и то. Я в замешательстве, с чего же начать? Лучше скажи что-то одно. Same thing here, Krishna can realize that keeping Uddhava in front of me, I am going to give all tattva gyan. Keeping Uddhava in front of me, I am giving all tattva gyan,
И вот он, Кришна, дает татвагьяна Удаве, но татвагьяна, она открыта для всех, если удачливо вы примете ее. И вот Бхагаван Си Кришна понял, Удав сейчас в замешательстве. И вот он в замешательстве не может понять, и Бхагаван Си Кришна говорит, то, что различные вдохновение делать что-то хорошее или плохое, ты можешь получить. И гене праясам удапасе. И вот в этой шлоке говорится, что и вот я предаюсь тебе и завишу только от Шраутапанхи. И вот эти... вот это шлока гена паясаму дапасти на Мантеева. Теперь я завишу от Шраутапанхи. И вот я завишу от Шраутавани, которая приходит из лотосных стоп Гуру Вайшнава. И тогда я хочу жить. И таково мое состояние. И вот сейчас Бхагаван Си Кришна говорит, я знаю, и вот я в тот день уже сказал, если кто-то следует своему естественному настроению, служение мне, игнорируя все остальное, движимое только любовью, я очень доволен таким преданным, хотя есть мои наставления, но они не следуют им, поскольку они ограничивают их служение, мешают их такому свободному служению. Те, кто игнорирует все правила и предписания, они следуют какому-то естественному, спонтанному чувству служения Кришне, и Кришне это нравится больше. И вот и в итоге я говорю вам, оставь все и предайся мне, приди ко мне. Завтра Махарадж продолжит, что Кришна хочет, хотел сказать. Это шлока. Discuss, and the sloka I started with is very important, but I couldn't get any time to explain. What is the sloka? I told. What is the sloka? All forget. They cannot remember. I started with that sloka from the 10th canto, 87th chapter. What is that sloka?
Okay, you start kirtan, I can remember, I am speaking all the time. You start with kirtan. Yes. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama. Hari bol, 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 Nitai Gaur Hari bol, Hari bol. Nibhrita marun manakshadhira yoga jujar hidiyat munaya upasate tadarayo pijayo smarana Sriya urugendha bhaga bhuja danda vishakta diyo vayama pite sama samadhi sangrisaro yasudha Vanchakalpatarosikipasindhu bhavaja patitanang pavana bhavishna bhyo namona.